За красивый кадр любителям нестандартных фотографий придется заплатить. В Анапе оштрафовали 4 водителей, оставивших машины под новогодней аркой. Глава Анапы Юрий Поляков потребовал найти и наказать автохамов, въехавших под новогоднюю арку на улице Горького. Стремимся, да, к Новому году стараемся хорошо что-то делать. Вот эту светящуюся арку сделали, чтобы жителям хорошо было. Ну вот сейчас мне фотографию присылают, под аркой стоит машина, да, в Инстаграм, оказывается, выложили, да? Ну скажите, ну что это за люди, а? Одна лошадь привела туда, начала фотографироваться с лошадью. Стоят тумбы, да, там вот такой проезд между ними, и он проехал туда. Он проехал туда, стал под арку. Для чего, Владимир Владимирович? Наказать. И, пожалуйста, скажите, кто это? Я озвучу это по телевидению всем. Это вообще хамство беспредельное. Мы говорим о безопасности. Как он мог проехать? Сейчас поставим 3-ю тумбу туда. Ничего сами не сделают, но испохабить, испортить, это, пожалуйста, это мы можем. Как сообщает пресс-служба администрации Анапы, полицейские за сутки наложили штрафы по 2000 рублей на владельцев автомобилей Приора, Volkswagen, ВАЗ-2107 и Hyundai. А чтобы другим любителям нестандартных фотосессий было неповадно, перед въездом в арку установят еще один вазон.